Сейчас она снова актриса театра. Но 2 месяца назад 27-летняя Елизавета Арзамасова удивила не только свое руководство, но и всех поклонников. Жена Ильи Авербуха заявила, что устала и после новогодних праздников не вышла на работу. Актрису заменили, но зрители остались недовольны, ведь на афишах была указана именно Арзамасова. Вот так творческие люди могут уйти в отпуск в любое время года.